подсетку. Высокую, чтобы не подсадить, чтобы ему больше надо было работать проделать. Кистевые. Высокую трекаю. Может быть, прям снизу. Снизу, либо тут. Выходите все время. Под задние подсадки. Под задние подсадки. Ай-яй-яй, вы так широко. Такую не надо. Ты ему особо никуда идти не надо. А нападающий приходит по рейсу. Никуда идти не надо, ничего не выдумывать. Там и стоит. Это первое. Второе. Соответствующая у нас защита должна быть, да? Ну, его знаем, здорово что делает. У нас нет силового нападения, нет... Я думаю, он сейчас меня будет. Так, я же стою. Да, да, даже Егорь даже этот парень сделать, а просто его показать, что уже на этой ноге стоит. После отбегания. Все меня слышат, блокирующие. 2 метра держим свою защиту. Нам нужно отработать. Приход в сетки, оттяжка, работа с защитой. В защите у нас, соответственно. 6 метров, 4 метра. По заднему можно тогда попробуем. А ты убери корпус. Понятно? Две пары на сам, две пары здесь. Накидываем мячи отсюда. Короче, первый делаем просто наброс. В двоих. Поехали. Иди на атаку. Бежим в сетки. Здесь должен и защищаемся, как мы умеем. Поехали. Давайте, одна пара там остается, одна пара здесь. Сразу, сразу. Давай, давай. Хорошо. Не в игроков, стараемся. Так, давайте еще раз. Наброс у нас отсюда, за мячи. Сразу не опоздал. Прям принял, сразу идет. Давайте блокирующий набрасывать. Да. Два человека, как в приеме там стоят? Как в приеме два человека? Как в приеме два человека? Встаньте, пожалуйста, на той стороне. В приеме, в приеме, в приеме, не в защите. В приеме, ровно. Как в приеме мы стоим. 6 метров от сетки. Каждый свою половину держит. Ваня, я тут. Да. Оттягиваемся. И работаем в защите. Хорошо. Так, давайте, обе пары меняются. Обе пары меняются. Бегом, бегом, бегом только, давайте, бегом. Смены, бегом. Мячи все здесь, да. От сетки набрасываешь. Как в приеме, Илья. По два мяча работаем. Так, убегаем. Давай, 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 давай. Хорошо, играем. Молодец. Так, второй мяч также бросаем. Два мяча. Хорош. Ваня, ты где? Я тут. Молодец, Ваня. Здесь, здесь, здесь нападающий, Вероник. Все, стоим, бежим. Хорошо, к сетке. Если неудобно, снизу переводите. Невысокую передачу. Давай, доходи, доходи. Раньше, раньше, раньше к пасующим. Не тянитесь. Дойдите до мяча. Сзади. Дойди до мяча. Смотри на мяч, сразу подходи. Очень много тянетесь к мячу. Нужно раньше приходить в атаку. Довели мяч, прибежали к пасующим. Да, не ждем. Нам разбег сейчас не нужен. Нам нужен четкий выход под мяч. Давайте. Просто вверх. Отошла. Приготовилась. С тобой. Тянули. Ждем. Повторяйте еще раз. Невысокие передачи. Это метр над руками. Метр над руками передачи. Ждать. Ждать обратно. Давай, 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 давай. Постарайтесь опять в середину не делать. То есть либо передний, по передней линии, либо по задней. Невысокую передачу. Раньше приход, раньше. Так, еще раз. Ускорение в атаку сделайте, пожалуйста. Не пешком идем, а ускорение в атаку. Так, доводка, ускорение в атаку. Невысокая передача. Вот, вот, вот то, что мы хотим. Да, и ускорение в атаку. Беги, беги. Ага. Ускорение в атаку. Давай, 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 давай. Давайте по-другому, давайте. Нормально, нормально. Да блин. Два. Мы не боимся. Бегом, давайте, смены, бегом, смены, бегом, бегом, ваша, бегом, смены. Да, ваша первая атака в задней линии, вот не ближе, чем сюда. По только первая, да? Метр над руками передачи, быстрее приходи. Не делайте высокие передачи, метр над руками. Бегом, бегом, еще раз, пожалуйста, быстрее. Давайте, меньше паузы между розыгрышами.
Метр над руками передача. Вот. Дальше вы доигрываете уже. Ага. Да, ты всегда тягиваешь, когда не ставишь блок. Только если они забрали. Ждем, 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 ждем. Неудобно, снизу скидываем. Бегом, смены. Заранее мяч, готовьте. Я тебя вчера один раз поправила, поднимай мяч повыше, и ты прям идеально. Потому что оттяжка, мы хотим оттяжку заодно сюда прилепить. Оттяжка будет по плохому пасту, по отведенному. Вот это нам нужно, давай, молодцы. Сразу, да? Напротив нападающего стоим напротив, до конца. Вероник налево, ага. Напротив нападающего. Так, вот. Хорошо, работаем вперед. Беги, 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 беги. Напротив него встаешь. Потом делаешь оттяжку, отрабатываешь мяч. На второе... Жим. Вперед, Юля, беги, беги. Невысокую передачу, Вероник. Над руками метр. Такую в линию отодвигающего. Вот, 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 молодцы. Стараемся невысокую передачу получить в нападении. Саша, бери, пожалуйста, мяч. Вы проиграли? Вы считаете очки себе. Я же все правильно. Что вообще моя роль тогда? Ускорение, в атаку ускорение. Да, доигровка. Доигровка, доигровка. Дальше доигровка. Если бы он поднял, вводите простую игровку. Ускорение, ускорение, ускорение в атаку. Я бы здесь не бегаю. Ускорение в атаку. Площадки я... Невысокую передачу. Хорош. Так, бегом, 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 смена. Шагайте раньше времени, хорошо? Хотите поднять, но мы поделились здорово. Ускорение в атаку. Здорово, здорово. Ускорение, ускорение. Отличный блок, отличная тяжка. Ускорение в атаку! Мы забываем, мы напротив того, кого я подал. Да, все. Смотрите, когда у нас работал, нападающий находится рядом с пасующим и пасующий делает. Значит, у нас практически 100% забивается мяч. Вот, пожалуйста, создайте, каждый команде, создайте такую ситуацию, чтобы когда пасующий выполняет результат, рядом с ним стоял нападающий. Рядом с ним. А не в 4 метрах. Следующий вопрос. А не подачу. Он не принял мяч. Ну не будет очков. Не будет. Я пустил. Иди на атаку. Андрей, напротив правого плеча. Рядом с пасующим. Раньше разбор. Молодцы, что вдвоем побежали. Раньше разбор. Оттяжка. Как только мяч вылетел с той стороны, сразу разбор сделать. Не ждите, пока он к вам будет падать. Просто кто первый скажет «я», тот играет. Правильно. Вот поэтому нужен раньше разбор. Забывай, сама не сказал я. Раньше. Давай! Подойдите подальше. Завершающая смена у нас с этой стороны. Давайте еще раз. Можно плюшечку. Так, Александр, пасующим Юля. Вот, раньше пасующим, раньше. Я просто не смог принять. Смотрите, если вы довели мяч, вот отсюда, да, это не значит, что вы обязаны нападать здесь, где вы довели мяч. И бегите к пасующему. Ему будет проще вывести вас вот здесь. 1 метр, все, вы снова нападаете. Не ждите в своем ноге. Ты не закрыл, поэтому вау. Если я беру в центр мяч, подайте нам подачу, пожалуйста. Прыгни на пугать, еще прыгни на пугать. Берем мяч. В линию только. А это переделаем. Да. Не ослабляйте. Бегом, смены, пожалуйста, делаем. Бегом. Короче, делаем передачи. Невысокие передачи. Бежать. Саша, помогай, беги.
Вдвоем, защищаемся, вдвоем. Кто идет? Не высокие передачи над руками. Постарайтесь не кидать, ширину не выпасовывать. Просто над руками поднимайте мяч. Есть. Пасующий, мы прибегаем, прибегаем, прибегаем. Еще ближе, Юля. Хорошо. От сетки. Мы давай вот сюда. Работаем. Что набрасывает, от сетки остается. Пасующий, выбегаем. Оттяжка. Ну давай, мочи. Что? Еще, еще, еще. Еще. Молодцы. Где же атака 2-2? И давай. Все, уже. И атака. Прибегаем к пасующему, Юля. Пасующему. Ваня, вот, 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 вот. И оттягиваемся после второй передачи. Смотри, я тут тоже тебе объяснил. Паша к Ване теперь идет. Боковой линии надо. Принял, все, отойди от мяча. И атакую. Попробуй, Ваня, попробуй. Молодец. Стоим, бежим. Прибегай, прибегай. Раньше, 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 раньше. Не надо высокую передачу. Давай, 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 давай. Да, да, да. Короче, 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 все играем. О, блин. Вот, делайте бы накат, это нет смысла лишний раз смущать. И ближе, ближе к рукам. Хорошо, давай, 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 можно. Двумя руками, Жень. Защитные программы сбивают. В ширину не пасуйте, над руками поднимайте мяч. И прибежал. Вот. А мне, меня могут демотивировать. Мне ровно над руками передачу делаем. Тоже высокая. Да я умею подать. Хорош. Скажите, что вы пришли. Давайте бегом, бегом, бегом вперед. Высокая. А, передачу раз. Диме можешь не отводить. Маленьким, маленьким всегда тягиваем. Вы смотрите, вы тычком играете в какой-то высоте. Такую передачу давай. Диме можно близко давать. Такую. Вот, постарайтесь сделать. Стой, куда пошла? Да не приходит, я здесь постараюсь. Да? Удобно тычком делать? Я сам там подам и зайду. Стоит. В любую сторону делать. Вот это короткая передача. Вы его посовываете выше антенны. Это обстрел. В линию, атака в линию. Прибегайте раньше в атаку. Давай еще раз. Короче, передачу. По оттягивающимся. Хорошо. Готовимся, готовимся. Женя, куда вам забило 4 мяча? Вероник. Женя, куда вам 4 мяча забило? Что нужно делать? То же самое, я принимаю. Ближе, стойте, ближе. Да, я успевал, я на голос реагировал и. Поактивнее, друг с другом общаемся. А мы
по-моему, сначала забью, потом качну. Если снизу, то у меня он улетает, у него. А тут я поздно стал оттягиваться. Прибежала раньше по сути. Над руками, Рома. Активнее, я говорю, активнее общайтесь друг с другом. Дальше, смотри. Сейчас он, стоп. Опять, вы должны... Стоп. Ну, мы там что сделаем. Ты за своим игроком идешь, оттягиваешь в линию. Я стянулся. Я стянулся вход, и не от своего игрока. Я подал Диму, перейти в зону... Я тянулся от Димы. На ту сторону. Перепутал. Видите, что нет блокирующих, вы должны... Сейчас у нас несложные мячи. На этой стороне приходите так, чтобы видеть перед собой блокирующих. Давай. Поехали. Отлично. Терять, ой. Вроде в линию, а вроде нет. Так тонизируйте, пятерочку подтягивайте. Что делаешь? Там вот, смотри, у тебя между сеткой и тобой полтора метра было. Смотри вперед на передаче. Граник, еще ближе подойди. Иди мяч еще ближе. Хорошая скидка. Еще ближе подходи. После того, как ближе подходим по сути. Ближе. Играем, защите, давайте. Нету. Давай, подсучим, Катя. Так, смотрите, вам забивается мяч. Давай. В каком процентном соотношении примерно? Короткий, длинный. Прием надо сделать перед собой, не делай его шире, чем в тройку. Мы не знаем, пока не попробуем. Он же не умеет. Да, и мы зря стоим в четырех. Показать, вот эти подстройки делать сами, как можно быстрее. Большие свои, да. Раньше приходим, бегаем по площадке, не ходим, прям ускорение перемещайте. Вот сюда пора подать, Диму. Касание ускорения, не ходим. Касание ускорения. А, далеко. Спасибо. Мы в противоходе. Последняя смена, мы туда. Что это такое? Вот тут мы с тобой понимаем. На второй-то вес. Короткие, да. Дайте нам тоже поделать. Я не блокирую. Мы тоже хотим поделать. Мы поэтому больше оттягиваем. В первую очередь. Вот мы подаем. Близко выиграли. За голову себе не накидывайте, пожалуйста. Мяч. Куда ты скатил? Сейчас не забьет. Мы с тобой на рост ручку потянули. Оттягиваемся в сбор. После передачи оттягиваемся в сбор.
Та-та! Костя, тебе прям надо ноги сгибать по полной, потому что ты всю тренировку их не сгибал. Давай. Поближе встаньте, почему они смотрите, место, а вы там толпитесь. Встаньте, Таня, пожалуйста. Я проскользнул. Походите на ту сторону, шагаете, да. Он мокрый. Быстро сделал, коробка могла быть. Сейчас все пойдете на ту сторону. Когда вы идете к мячу, когда вы медленно тянете. Заранее уже. Светка! Все, я убиваю. Светка, давай. Лицевая. Рю, скорее. Хорошо. Идем еще раз. Даже короткий, я вам показываю, даже короткий. Конечно. Короткий или быстрый? Давайте, продолжаем. Опять? Давайте. Готовились, начинаем. Давайте, поактивнее. Гриш. Окей. Быстрее, ногами быстрее уходим. Да, ниже, ребят, вы чего? Замах делаем. Крис, выходи из этой позиции. Замах делаем. Давай. Потом присела. Ах ты ж. Сгибание, разгибание. Паша, тоже. Давай. Ты не будет. Ой. Быстрее, давайте, ногами быстрее. Покажи себя. Центр площадки. Хоп. Кому? Дай мне, я дам. Красненький. Да иди, красненький. Помоги. Тут он прямо не удачный. Место в кафешке спросите, может, они взяли. Да, уже да поставлю. Ой-ой-ой. Хорош, это то, что надо. Рядом. Давай. Меньше движения руками. Обои удобнее делать, и ровно потому, что ты не опять назад что ты делаешь. Последний раз. Что? Последний. А может нет? Я не ожидала. Вроде да. Сколько подаешь? Он еще забьет. Все, спасибо. Мяч второй. Мяч. Повышать уровень или выигрывать? Раньше как хотел краба поставить. Смотрите, вы должны зарабатывать очко. Опять, если у нас частая ситуация, нет у нас. Прыгаешь в любом случае. Все, вот в этом, вот это у нас. Передача отведенная, потому что у вас нападает. Ближе. Вот тогда, смотрите, я вам говорю, все,
ошибаемся в обе стороны. Вот когда вы придете слишком близко к сетке, да, и вам будут делать передачу, я вам скажу, вы пришли слишком близко. Вот хотя бы один такой случай был? Нет еще. Значит, что? Мы делаем какой вывод? Нужно ближе подходить к сетке. Не хочу запотевать одежду. А у них закончилось? Давай сюда. Все веселые, во сколько просыпаетесь? Я в 7 чего-то там проснулся, но я не по будильнику даже. Что если играть, то только рядом. Прибежала. Максимальная энергоемкость. Вот, вот, давай. И договариваться, кто туда ходит. Там должна быть уже. Ага. Не вперед прыгать, а вверх. Все, два мяча и закончим. Добрый. Завершающий мяч. Ага. Да, хорошо. Закончим. Так, здесь. Так, теперь так. Здесь точка А, из которой мы управляем мяч, здесь точка Б, в которой мы хотим. В том углу, да? Нет, я там уже не стал. А он сейчас сказал, что там из лаундры вещи свои разложит. Я еще вчера забыла про свой купальник, я развернула полотенце. Он сказал, мы сейчас он там разберется. Он очень удивился, что почти весь лаундри это его обувь. Он тоже там, я только снижал. Я говорю, ну ты приходи, вот так делал. Вот так просто одеваться. Я говорю, ты что, по плану, он говорит, будут здесь. Про 10 он уже набрал. Бежать надо. Да можно, наверное. Она сказала, что это стоит. Опять отматываем. Я не знаю, может, мы прочитаем по чатикам. Хмурые девочки. Нам нужна невысокая передача. Сами есть. Живот разминаю. Объем набираю. Да, это хорошо. Да, чтобы собрать.
здорово. Будь здорово. Я на завтрак не видел спавшего. Наш максимум туз это было дойти до фонтана, вернуться. Да, вот так шпиляет, он получает через один шестерок километров. Нужно поработать, да, вером касается. Тогда пасующий выйдет, дальше что происходит? Когда вы учитесь это делать? У вас количество простых речей для вашего увеличивается. В смысле, не сказали? Вот этот мяч. Я Я написал и сказал, я все сделал. Написал. Я ответил через 3 часа. Марин, ты мешаешь заниматься. Где вы были вообще? Мы вас понимаешь, на гору я написать не могу. Я написал в отеле. Ну как бы мы сделали все, что могли. Как вы перемещаетесь? Короче, вот так вот. Они вчера делали скрестный шаг.